Привет, ребятки. Ну что, субботний рабочий день. Ну как рабочий, относительно. Рынок, конечно же, не работает. Ну а у нас все по старой схеме. Хотя, откровенно говоря, работать не планировали. Вон поехали, забрали Еву. Сейчас думали поехать на санках погонять. А тут звонок. И что бы вы думали? Опять фарфоровые статуэтки. В общем, не знаю пока что. Поедем глянем. Да заодно и вам покажем. Если сейчас договоримся с человеком, то будем забирать. Если не договоримся, не будем забирать. Все очень просто и понятно. На-на-на-на-на. Так, сейчас, да, я его наберу. Пока что мы из бассейна. Ой, Ева, давай так не делай. Мы будем сейчас с него. Давайте сюда. Здравствуйте. Так, я вас набираю, кстати. Ухи звенит, блин. Это у нас майолика. Ну это отбой сразу. Это нет, точно. Это бита. Нет, так а что с ним? Куда его? Кому оно надо? Я ж его покупаю для продажи. И просто спас. Сижу, ничего не бита. Ну это китаец обычно. Тут ничего нет. Нет, 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 нет. Окей. Как эта херня вдруг потом варяется? Ну сейчас мне надо посмотреть, я тебе все скажу. Ну курочка идеально. Так, смотри по ценам. Это все или еще что-то? Ну, что еще? Ну давай показывай все сразу, что ты это. Идеально. А Ева у нас тут вся в снегах. Да, Дотя? Ёлочка, Новый год! А вот вообще Дед Мороз где-то. Что? Дед Мороз где-то тут. Ой, ну вот так, друзья. Видите, еще и удалось прикупиться. Я как-то, как вот, видите, говорю, что последнее время очень много фарфора нам что-то...
предлагает. И сегодня, сегодня не исключение. Шо-шо? Ну так ты же ее... Гроб надо сделать. Гроб, вот и же детки, игры у них. Елочки, гробик надо сделать. Упало же. Ох и чудо малое. Вот так вот детки играются. Елочки, гробики делают. Так, рыбка раз. Рыбка 2. Это все домой, Коля, забираем, его надо приводить в порядок. Смотри, рыбка 3. А вот эту вот лошадку нужно отправить той тете и сказать, появилась вот такая штука, но она, конечно, не 75 гривен будет стоить. Допустим, хотя с другой стороны, блин, я чтобы уже отстал. Блин, это дорогая штука может быть. Ну, она очень, ну, необычная. Я таких не видел никогда. Это прям такая эксклюзивчик. Искусственный. Ой, эксклюзивчик. Так, где наши? Коляба — это лучший упаковщик, блин. Всех времен и народов. Блин, месяцами, блядь, в одних коробках ездить. Это пипец. В одних и тех же. Только... Кто-то еще звонит. Да? Алло. Барашка. Это с мультиком. Да, Дима. Какого? Так. А когда вы сбрасывали? Давно? А, вы, я просто, у меня этих фоток по 200 человек в день сбрасывают, поэтому я просто не могу помнить. Вы мне напомните, о чем, что там, ну, за фотоаппарат у вас, Зенит с объективом. Это надо помочь. Рыбки, кстати, прикольные. Ну, Китай, ну, надо посмотреть, может, еще и какой-то... Неплохой 2006 год. У нас есть куда это сложить? Барашек аккуратно. В этом самом. Вот это ценная штука. Ты что, ангела делаешь? Чудо. Ну все, все. Вставай, ангел. Все, теперь ты ангел. Да, кстати, получился ангел. Так, это надо отучить. Все, пошли. Так, ну вот мы и в парк пришли. Ну давай, лезь. Залезешь? Да ну давай. Ну все, давай, лезь. Кота, лети вниз. Давай, тут тоже горка есть. Давай. Полетела. Красотка. Вот она, зима наконец-то пришла к нам в гости. На-на-на-на-на. Добрый день. Давайте, что там у вас, буду смотреть. Так, давайте я на это поставлю сюда, сейчас, чтобы здесь рассмотреть, все нормально. А, так это полимер.
это гипс. Кружка-то битая. Вот. Куска нету, тем более это гипс. Серебряный. Что серебряный? Кубок серебряный. Да не, это ерунда полная вообще. Какой серебряный? Это не ржавейка обычная. Это серебра даже и рядом не лежало. Это обычная нержавейка. Выточенная. Так, что-то еще? Да, здесь все. Давайте я все посмотрю, чтобы я понимал, что сразу вам предложить. Вот это все целый ковер был, но дальше тут нет. Это значки. О, дырарку собирать. Он с таким удовольствием собирал, а в этом... А что, вы их собирали, да? Ну, я с детства собирал, это мои... Ну да, я понимаю. У меня по серии. Это эти. Победители. Так, и монеты, вы говорили, какие-то есть или что? Ну, советские они вообще ничего не стоят. Я их вообще на вес покупаю. Часы. Папины часы. Полет. Что, они идут? Ну, сколько им? 50 или 60 лет? Нерабочие. А вот это вот. Давайте я же буду смотреть. А вот это вот 50 копеек русских. Это рубль юбилейный. Да. Да. Давайте эти монеты буду смотреть, еще отдельно оценим монеты. Это все? Это все или еще есть? Есть еще. Это те, что по 5. Угу. Это все или еще есть? Есть еще. Это те, что по 5. Угу. Ну, гривень по 30 могу забрать. Нет? По 2 гривны надо забрать, да? Давайте что-то. Почем вы хотите? Нажали, делать? А мы упустили. Короче, 10604 осталось. А? Сколько? 10604. 10 тысяч? Да. Давайте по 40. По 40 хотите заберу. Ну, я же благотворительностью тоже не могу заниматься. Мне же, ну. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это не надо. Давайте 100 гривен назад. Thank you.
Это 3000. Гривен 100 могу предложить. А что это за книжка? Так, что я забираю? Так, ну все. Так, ну все, вы ничего не забираете, я вам за все деньги дал. Пушкина забрали, все. Пушкина забрала, а Лермонтов дома. Ну, если что, наберете. У меня на даче есть магнитофон бобинный. Бобинные не берем, кассетные. Если на кассетах есть магнитофоны какие-то, то можем посмотреть. Да. А вам далеко ехать? Да мы тут часто мотаемся, поэтому там, вы набирайте, договоримся. Если что можно будет, да? Да. Шмотки вы никакие нет, не берете, вещи, да? Вещи. Какой? У меня еще есть, но я боюсь. Папин кортик. Морской? Нет, он не моряк. Ну, значит, ну, кортики тоже покупаем. Ну, кортик это сразу, ну, то есть, если это кортик, в каком звании отец был? Ну, скажем так, это от 800 гривен старт, а там уже будет, надо смотреть, какой кортик. Ну, там есть разница, надо смотреть. На поясе в этом, знаете, на все. Ну, я понял, я же говорю, надо смотреть. Если хотите, вы носите, я подожду, пока у меня нет, есть там 10 минут. Я посоветуйте, то есть, если, ну, кортик это вот стартовая цена, то есть, какой бы он ни был, это уже 800 гривен старт. А может быть и там 2000, 1500, то есть, это мне надо смотреть. То есть, грубо говоря, от 800 гривен до 2000 вот такая разбег. Просто там надо смотреть, какой кортик. Хорошо, мы посмотрим, как там. Да, если что, наберете. Угу. Да, спасибо. Фототехникой. Сейчас посмотрим, что тут. Очень рассчитываю на то, что подлохматимся. Валёха. Малость подлохматимся. А остальное не брали, я так понял? Не, ну туда все взял. Да ты я возьму сейчас там быть. Дальше.
Так, а было ж три объектива. А, вот он, да? Сейчас просто я договорился о встрече. Просто территориально вообще. Если. Не, так мы постоянно тут кружим. Да. То есть мы же по левому берегу. Я могу там поснимать, я их не понимаю. Вы поснимаете мне, чтобы было. Там русский словарь, там какие-то карты Европы, Украины, такие новые. Надо это, открытки, фотографии старые, если есть. Тоже мы смотрим. Ну, такие вещи покупаем, это же их там люди. Приобретают всякие там коллажи, делают всякие рестораны, что-то. Ну, это, знаете, думала, у меня было как завтра на работу, я думаю, если у вас время есть, мне, я присоединю на работу. То есть у меня мои клиенты на районе, мы поднимемся, посмотрите, так будет лучше, чем я буду там. Да, давайте, без проблем, вы уже у меня телефон есть, да, я вас наберу, давайте со следующей недели, я со вторника, там, вторник, среда, четверг, пятница, мы в работе. И я вас наберу и подъеду и посмотрю. А вы там можете, ну мы много чего покупаем. Мы много очень чего покупаем, то есть там. Тем более, если он по фотографии работал, может пленка есть новые вот эти. Старые ну, пленки. Пленки обычные для фотоаппаратов, вот эта пленка. Ну есть там, а там нету. Ну тут если есть, то это из, ну, а может есть новые еще эти, ну. То я их тоже там по пятерке забираю, эти пленки. Они как бы вам нафиг не надо. А люди. А люди это. Я торгую на барахолке. Как бы, ну, то есть оно. То, что я могу брать. Я со следующей недели подскочу. Со следующей недели подскочу и посмотрим. Со вторника. Со вторника я вас наберу. И там в какой день мы будем выезжать в работу, я вас наберу и скажу. Так. Так, так, так. Коля, там надо будет сейчас это, ну, назад сложить. Там фотоувеличитель, штатив. Посмотрим, что там по книгам. Да я же говорю, вы так пересмотрите, может, открытки, календарики, какие-то марки, всякие елочные игрушки советские. Потом даже детские игрушки советские тоже покупаю. Ну, я не знаю, что там всякая туристическая там тема, всякие ножи какие-то всевозможные. Ну, бижутерию покупаю, там брошки, бусы, всякую такую вот фигню. Картинные, всякие картины какие-то, настенные композиции. Ну, в общем, масса, масса всего. Да, если там, ну так будет даже проще всего, чтобы посмотреть. Потому что люди зачастую даже как бы не берут во внимание то, что мне может быть интересно. Все думают, что что-то такое там, одни янтари да кораллы интересуют всех. Ну, как бы все далеко не так. Поэтому есть вещи, там даже те же календарики, открытки, они все выкидывают нафиг. А если я там их и по 10 гривен некоторые, и по 20 некоторые покупаю, то есть, ну. Люди коллекционируют? Да, да. Кто коллекционирует, я же говорю, кто просто там как декор использует эти вещи старые. Другое поколение, поэтому оно нам не надо. А есть люди, которые этим интересуются. Многие на барахолку приезжают купить себе за копейки то, что не могли купить там когда-то. Да, ой, я такую вазу, я за ним там стоял. Да, поэтому оно, конечно, ну, там глобально, ну, там не миллионы стоит, но в то же время зачем? Потому что мне зачастую люди там, да я лучше выкину там 10 гривен, я лучше, ну, выкидывайте, если вам нужно. У меня есть такое, что оно там где-то было. Провода какие-то, железяки. Платы мы даже покупаем старые, вот эти микросхемы всякие. Если там он радио, по радиолюбительству был, то это мы тоже можем есть посмотреть. Есть у него там два дипломата. Вы будете напомнить, мне их откроют, потому что я не знаю, как их открыть. Но
я не пробовала. Потому что вот, например, мы покупаем технику, магнитофоны там кассетные старые, их реставрируют, люди покупают, и покупают запчасти всякие, транзисторы, резисторы, всякую такую. А у нас еще есть такую задумку, ну, вот это тоже мы покупаем. Поэтому я приеду там со вторника, гляну. Ну, нам не надо. Вот так вот. Працюю. Сейчас принесут остальное, штативчик, фотоувеличитель. И во вторник заедем, еще подлохматимся. Вот такие дела, друзья. Ну, сумочка вообще бомба. Будет у меня теперь профессиональная сумка фотографа. Это нереальная сумка. Просто крутяк. Все именно в безопасности. Все фото, видео. Сейчас я приду, я к пары. Это ж готовая техника, готовая к работе. Можно, кстати, оставить себе и заниматься пленочной фотографией. Очень крутая тема. Интересно то, что дедушка был еще и радиолюбителем. И есть пару чемоданов радиодеталей. А это, мать его, драгметаллы. Так, Коля, давай, вылазь. Тебе не повезло, тебе не повезло. Нечестные. Честные люди. Люди честные. Так, вон идут, все несут. Так. Стоять. Так, ну что, загрузились. Фотоувеличитель. Кстати, неплохой фотоувеличитель, хочу вам сказать. Так, ну что, друзья, вот мы и дома. И по старой нашей доброй традиции сделаем небольшой обзор покупочек, так сказать, поближе. Вы сможете увидеть, что же нам удалось прикупить за эти дни. К сожалению, некоторые статуэтки находятся не здесь, потому что они были куплены днями ранее, и они остались в другом месте. Но тем не менее, то, что было куплено вчера и сегодня, и частично позавчера, я сейчас вам это все покажу. Ну что, приступим? Ну, начну я с вот таких вот статуэток, которые мы приобрели у одного парня. Там еще было три рыбы и, в общем, всякая такая дребедень. Вот такой вот, вот такая планшетка с Лениным. Честно говоря, даже не знаю, что это за клеймо. Не буду врать, может быть, Сумской завод, но утверждать не буду. Вот такая курочка. Тоже не совсем еще понимаю, что это за клеймо. Вот такая красивенная статуэточка. Русский танец, коростынь. Очень симпатичная такая работа. Она уже стоит на Виолете. Вот такая вот стеклянная лошадка. Первый раз вижу такую работу. Довольно интересная очень. Так. Вот такой комплект украинских монет. По-моему, я где-то одну потерял. Ну, найдем. Очень интересный такая подборочка. Голодомор. Тут музей Тараса Шевченко. Азовка. Сорочинский ярмарок. Это пятирублевки. Рыльский. Потом Андрей Малышко. Украинская писанка, детская радость или что-то такое, мир детям, в общем. Потом вот такой вот Тарас Шевченко, выполнен из полимера. Здесь есть Шаталов 74. Не знаю я даже, что это. Может, это вообще какая-то форма или... Не готов сказать, это статуэтка или это какая-то форма, потом с которой делают там формы для гипса. Вот такая вот
такой вот, что ли, кубок, ваза, не поймешь. С советской символикой тут немножко эта штука не, ну, плохо держится, нужно разжать. В общем, вот такая вот советская символика. Женщина меня пыталась убедить, что это серебро, но, к сожалению, это не серебро. Так, погнали дальше. Сегодняшняя наша покупка — это приемник и вот такой вот комплект фотолюбителя. Здесь есть масса всего, включая вот такой вот фотоувеличитель. Честно говоря, Крокус, Колор. В общем, все в полном в сборе. В общем, тут красные какие-то эти. Даже сумка вот такая вот есть. Фотографа. Очень классная сумка. Я всегда себе хотел такую сумку для своего оборудования. Теперь она у меня будет. Ну, конечно, если кто-то предложит хорошую сумму, обязательно продам. Так, ну и вот такие объективы. Вот такой Юпитер 37А. Вот такой вот Хелиус на зените, зенит Е, в очень хорошем состоянии зенит. В принципе, вот так можно смело оставлять этот комплект. Если есть желание поработать с пленочкой, поснимать на пленку, то можно смело оставлять. И вот такой вот индустарчик, вот такой он в хорошеньком состоянии, таком прям вообще в одеяле. Опачки. Вот такой вот индустар. В отличнейшем состоянии. И какой-то переходник. Честно говоря, не знаю, для чего он. Ну, вот такая вот штучка. Какой-то переходничок. Наверное, ну, как бы я понимаю, для чего он может использоваться, но никогда раньше их не встречал. Так, и еще целая коробка значков. Вот такая вот коробка значков. Их тут просто такие немеренное количество. Такие и часики одни, полет, вот такие есть, памятная надпись и монгольские какие-то монетки. Женщина говорила, что работала в Монголии, и у нее остались вот такие монеточки. И вот на данный момент сейчас занимался, разлаживал по полу все наши покупки для того, чтобы вам показать. И поступил звонок о том, что предлагают еще один объектив Helios, новый, в тубусе. Сейчас человек должен подвезти. И мы также его заберем. Поэтому вот такие вот покупки мы сегодня сделали. Многое из этого всего пригодится даже мне. Например, штатив. Штатив такого качества приобрести сейчас будет стоить сумасшедших денег. Потому что те штативы, которые там были у меня, более-менее такие недорогие, скажем так, они все такие жидкие, на них даже невозможно работать. Они прям аж шевелятся. То старое, доброе, советское качество, конечно, это подарок судьбы. Конечно, если что-то кого-то заинтересует, вы всегда можете это приобрести, написав мне на Viber. Что касается фототехники, данный товар выставляться на Виолете не будет, потому что на данный момент там очень большой выбор по фото-видео аппаратуре советских времен. И, скажем так, это мы оставим чуть-чуть на потом. Как-то так.
Ну, надеюсь, вам понравился данный обзор. И если что-то кого-то интересует, пишите. Будем общаться, будем договариваться. От вас ждем палец вверх. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Я думаю, что в это карантинное время контент найти не так уж и легко, хочу вам сказать. Поэтому лайк, подписочка, комментарий. И мы, как всегда, ждем вас у себя на канале. Пока-пока.